У нас ужин. Сегодня 31 июля. Закончился второй месяц лета. Котята подросли. Аппетит хороший. Смотрите, какие все уже большие стали. Три черненьких, два рыжих, один прямо огненный, один персиковый. Девочка трехцветная, серенькие с беленьким. Вот такая красота есть. А этот с голубыми глазами, сам беленький, а хвост серый, и кончики ушек серые. А вот голубой окрас. Вот как он не серый, вот серые, вот эти серые. Вот девочка у нас с вот таким хвостиком. Вот такую мы ее нашли. Не сформировавшийся хвостик, но очень красивая, ласковая девочка. А вот это вот кот. А это наша мама-няня. Красотка, мама-няня. Да, ухаживает за всеми, прежде чем кушать самой, она зовет их сначала всех, посмотрит, все ли пришли, она уже знает, сколько их, вот до последнего зовет и только потом сама кушает, да, этот общительный, приобщительный.